Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня на обзоре новый майнер по Доги Коину. Называется АПП Доги Майнер. Как-то так. Значит, регистрация. Прописываем email адрес, пароль. Потом прописываем, друзья, шестизначный пароль, 6 цифр. Он нужен обязательно будет при выводе монет. Потом WhatsApp. Ну, я тут набор цифр, типа похожий на телефон. Telegram через собаку прописала. Здесь будет инвайт-код пригласителя. Кликаем зарегистрироваться. Естественно, я зарегистрирована. Зашла я вчера у него. Код по имейлу и паролю. Кликаю логин. И попала я на домашнюю страничку от Home. Для меня это все так ново, интересно. Депонировала я сюда сразу, хочу сказать, 20 монет. Вот. Значит, давайте на русский. Здесь нет русского языка. Здесь у нас руководство, торговля, горная машина, то есть майнер. Ну и все. Значит, это вот домашняя страничка. ДПС. Да. Далее идет вкладочка. Вот. Это уже переведено, да? Цитаты. Ну, здесь ни о чем. Здесь как бы показано. Монеток USDT. Значит, далее идет бумажник. У меня. Вот. Как бы, ну, это в долларах имеется в наличии. Но так как это Dogecoin майнер, естественно, я вкладывала в Dogecoin 20 монет. Есть баланс. Далее рудная машина. Вот. Это я позже. Вернемся сюда. Минимальный депозит здесь от 10 монет. Идем в мой кабинет. Начну сразу. Это как бы почта моя. Значит, доступный баланс. Общий доход. Значит, что нам нужно сделать? Прежде всего, сделать депозит. Вот здесь кликаем «Перезарядка». Значит, можно депонировать с разных криптомонет, как бы, да? USDT, потом Dogecoin, TRX, NFT. Я кликнула Dogecoin. Страничка обновилась. Мне дали адрес кошелька, куда я должна перевести монеты. Я переводила с Dogecoin. Я переводила 20 монет. Опустимся ниже. Ага. Я 2 числа переводила. 2.05. Я зарегистрировалась. А не вчера. И вот мои 20 монет. Вывод отсюда от одного Dogecoin'а. Вот монетки мои я обновила. После нескольких подтверждений мои монетки поступили на баланс. Значит, я пополнилась. Они поступили. После чего? Куда я иду? Это еще не все. Нужно купить эту шахту.
сейчас. Все, монетки поступили. Далее. Иду вот сюда. Рудная машина, да? Кликаю. И вот здесь самое первое от 10 монет до 10 тысяч доджей. Я кликнула купить и купила, как бы инвестировала, одним словом, да, вот этот майнер. Значит, если поставить на оригинал, здесь все, 90 дней под 4%. Далее там по нарастающей. Вот. Здесь посмотреть мою машину. Вот моя машина, типа того. Майнер. Вот она. В работе. И все. И пойдут начисления. Так, как делать депозит, я показала. После депозита нужно еще купить вот этот майнер. Также я показала. Пойдемте дальше. Значит, депозит. Это вкладочка «Вывод», «Трейдинг». Ну, «Вывод» я сейчас позже покажу. Естественно, я ждала, когда мне набежит монета, и чтобы это самое. Вот. Значит, что у меня здесь? Это 3x. Доги. Значит, о чем мне не ставится? Доги. Господи, боже мой. И что у меня? 3x по нулям, а доги коинов. Здесь написано 7,63. Давайте переведем на русский. Нифига не понимаю. Вот. 3x у меня по нулям. А здесь 7,63. Если эту сумму стереть, ставить 7,63. 7, ставлю. Ага, здесь целое число ставится. Ну ладно. Так, надо поставить дольше. Так, вы видите, как-то это все. Так, запись обмена. Немедленно выкупить. Ладно. Ставлю цифру. 7. Сейчас посмотрим, что у нас тут получится. Ну и чё? И ничего? Не-а. Запись обмена. У меня нету ничего. Дольше майнинг. Вот у меня перезарядка. Систему плюс 6 монет. А здесь идут мои начисления с майнера, видите? Они здесь постоянно все идут, идут, идут. Возвращаюсь. Нифига мне почему-то не перевести. Все равно ставится 3x. Ну да ладно. Ну и что? Да и нифига что-то. Сейчас опять кликну, посмотрим. Ну и ладно. Пойдемте дальше по кабинету. Так, возвращаюсь.
Что ж не возвратиться мне? Сейчас вернемся. Так, вернулась я. Давайте опять зайдем в мой кабинет. Значит, а здесь трансфер. А, это я вам показывала. Значит, вот это у нас что? Уведомления. Почитайте. Далее детали счета. Ну, детали счета, это тут ничего такого нет. Там просто личная информация. Ну, вот это и есть детали счета. Понятно. Так, аккаунт. Так, пригласить друзей. Находится реферальная ссылочка. Опускаемся вот так ниже. И вот она, копировать ссылочку. Ссылочка скопирована. Далее. Так. Здесь список команд. Там вообще ничего нет. Значит, персональная информация. Сменить пароль. Сменить пароль безопасности. Выход. Ну и все. Так, давайте теперь поставим изымать. Так, а вот мои 7 долгов. 7,63. Был один. Богато. Ну и неплохо. Dogecoin у меня здесь. Если вы инвестировали, наверное, в другой монете, наверное, здесь будет другая монета стоять. Так, 7,63. Имейте в виду, они берут тут 3% у них комиссия. Иду в кошелек. Так. И мне надо скопировать адрес. Я адрес скопировала. Значит, давайте перейдем в кошелек. Еще разок кликну на всякий случай. И вот здесь транзакция, ребятки. Все у меня здесь минус, минус, минус идет. А должно быть плюс 7 монет. Сейчас посмотрим. Адрес валюты. Так, количество вывода. Я кликаю все. У меня встала сумма 7,40. У меня 7,63. Имейте в виду то, что с учетом комиссии. И здесь я сейчас введу пароль безопасности. Поставлю на паузу. И пропишу пароль. 7,40. Так у меня. А сюда пропишу пароль безопасности, так как он... Видим. Если я поставлю цифру 0, видите, да? И после я нажму вывод. Так, друзья, баланс мы, как видим, обнулился. Мне сказали, написали, заявка отправлена. Так. Так. Теперь нужно вернуться. Баланс мой по нулям. Как видим. И что? Вот я не знаю, даже если я его закрою, то мне придется по-новому сходить. Нужно посмотреть транзакцию. Или кошелек закрыть, по-новому зайти. Изымать торговли передача. Так, уведомления. Детали. Это что у нас? Видео я затянула, конечно. Вы уж извиняйте. Хотите, заходите. Не хотите, не заходите. Знаете, это как-то... А, делаем, видите? Снятие.
читать. Боинг. Господи, такой перевод я вообще не пойму. Вот минус 7.40 должно мне прийти. Вот так ушки. И что ж это такое? Боинг. Сейчас надо перевести. Посмотрим. Что он делает? Господи, значит, в обработке, ребятки. Вот. Ну ладно, поставлю на паузу и подожду вывод. Как монетка придет, я покажу вам вывод. Ну, прошло минутки две, я обновила страничку. У меня вот эта зеленая надпись, она пропала. Значит, вывод обрабатывается, ну, примерно минут 5. Так как надо же эти подтверждения. Далее я все-таки вышла из кошелька. И по новой зашла. Я вообще сейчас этот кошелек изменился. Вот. Ну что, давайте транзакции. И, пожалуйста, плюс. Вот 7.40 монеток прибыло. Также вот она транзакция. И плюс 7.40. Так. И здесь. И плюс 7.40. На конце 17. На конце 17. Все замечательно. Майнер платит. Конечно, здесь все путаюсь, еще путляюсь. Но тем не менее. Ребятки, есть криптовалюта? Есть доход. Нет криптовалюты. Дохода нет. Вот так ушки. Так что вот такой вот инвестиционный майнер. Не забываем о рисках. Ну что, я все такое показала вам. Интересно, работайте, неинтересно, не работайте. Вот каждому свое, как говорится, хозяин-барин. Всем удачи, всем пока.